единый из всего не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим. Гераклит. Закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим. А если не закономерно? Если роковая случайность вмешивается в жизнь природы и человека, что тогда? Джинну, выпущенному из бутылки, погубит все живое. Огонь. Добрым спасителем вошел он в жизнь древнего человека. Обогрел его хижину. Накормил вареными плодами, печеной рыбой, жареным мясом. На всех континентах, где обитал древний кроманьонец, труд, вооруженный огнем, превратил его в современного человека. Земледельцу бороться с опустошительными налетами саранчи. Почти до конца 19 столетия огонь был единственным средством защиты человека от страшных эпидемий оспы, чумы, холеры. При помощи огня человек поставил на службу своих потребностей минералы, стекло, железо. Большинство доступных человеку видов энергии имели в своей основе огонь. Энергия пара заставила работать могучие машины, станки, механизмы. Помещенный в камеру внутреннего сгорания, огонь сократил расстояние между городами, странами, континентами. Огонь помог человеку оторваться от земли и устремиться ввысь с нарастающей скоростью. 100, 200, 300, 500, 1000 километров в час. Обгоняли звук, преодолевали силу земного тяготения. Слава огню! Не торопитесь торжествовать победу. Огонь, вырвавшийся из-под контроля человека, стал называться другим словом. Каким именно?
Позвольте сделать небольшое отступление. В одном из старых московских переулков приютилось артистическое кафе. В конце прошлого века его посещали артисты большого, малого художественного театров. Любили там бывать Давыдов, Книпер, Чехова, Качалов, Лужский. Хаживал туда и Федор Иванович Шаляпин. В кафе существовал обычай. Каждый завсегдатай обязан был дать свое определение искусству. Дошла очередь до Шаляпина. Совершенно неожиданно знаменитый артист нахмурился, встал и ушел. «Не в духе, Федор Иванович!» — шепнул кто-то. Вероятно, ничего не придумал. Ужин продолжался. Прошло полчаса, и вдруг ворвался Шаляпин. Глаза безумные, бледен как смерть. Он прошептал только одно слово: «Пожар!» И все полезли в окна. И в это время раздался мефистофельский хохот, и Шаляпин произнес: «Вот что такое искусство, господа!» Удар был рассчитан точно. Не было в России слова более страшного, чем пожар. Грозен пожар в деревне. Но перед ужасами горящего города бледнеют все библейские легенды о Содоме и Гоморре. Пожар Москвы 1812 года. Сгорели заживо тысячи жителей. В огне безвозвратно исчезли сотни дворцов, храмов, усадеб. Погибли многие сокровища оружейной палаты, старинные книги, иконы, рукописи. Сгорел подлинник «Слово о полку Игореве». Мы вспомнили об этой трагедии, чтобы подчеркнуть величие подвига тех, кто отстоял от огня Москву 1941 года. Гитлер приказал своим воздушным пиратам сжечь Москву дотла. Фашисты имели мрачный опыт поджигателей. Они бомбили английские города, и не безуспешно. После одного из массированных налетов Лондон горел 5 суток. Целые районы выгорели до основания. Июля 1941 года. Первый налет фашистской авиации на Москву. В течение одной ночи в Москве возникло 1900 пожаров. Особенно опасными они были в районе Белорусского вокзала, где скопились эшелоны с горючим, боеприпасами, продовольствием. В отчаянной схватке с огнем составы были вывезены из города. И утром в ставку Верховного командования поступил доклад: угроза огня ликвидирована. Город существенно не пострадал. В чем причина успеха? Известно, что по сигналу «воздушная тревога» все обязаны были спуститься в укрытие. На Западе придерживались правила, по которому борьба с огнем начиналась только после сигнала «отбой». Московские пожарные и добровольцы из гражданского населения вступали в борьбу с зажигательными бомбами прямо под огнем противника. Тысяч бомб сбросили фашисты на Москву. Большинство из них
защитники столицы обезвредили. Огонь угрожал бесценным творениям нашего народа, сокровищам библиотеки имени Ленина, театру имени Вахтангова, Большому театру, музею изобразительных искусств имени Пушкина. Подвигу пожарных, защитников города, обязаны своим спасением святыни Московского Кремля. После войны развернулось грандиозное строительство, которое набирает темпы и по сей день. Теперь дома строят из камня, стеклобетона. Но не торопитесь сдавать в архив профессию пожарного. Если современный город оставить без противопожарной защиты, поверьте, в нем есть чему гореть. Пластмассы, лаки, синтетические материалы. Они вошли в наш быт, решительно потеснив дерево, хлопок, шерсть. Они красивы, удобны, дешевы, но, к сожалению, весьма опасны. При сгорании токсичны и коварны. Дыма не видно. Но если раньше человека можно было спасти даже через 2-3 часа после отравления, теперь все иначе. Продукты термического распада пластмасс действуют быстро и губительно. Пожары на предприятиях, особенно нефтехимической промышленности, зрелище устрашающее. Но их становится все меньше. Проектировщики, главные специалисты предприятий все чаще разговаривают языком пожарных инженеров. Жизнь заставила их, если можно так выразиться, повернуться лицом к огню. И пожары по технологическим причинам пошли на убыль. Домах. Город Сан-Паулу. Оставим в стороне причины, породившие этот пожар. Они весьма банальны. Но посмотрите, какие ужасные уроки преподнес человеческой беспечности этот многоэтажный дом. Там сотни людей. Пожарные лестницы достигают только нижних этажей. А дальше? Вертолеты беспомощны. Они не могут надолго зависнуть над потоками раскаленных газов, не рискуя сгореть вместе с жертвами пожара. Пожар губительно воздействует на человеческую психику. Вместо того, чтобы припасть к полу, где сохраняются остатки кислорода, люди ищут спасения на мостовой. Мы избавим вас от ужасных подробностей этой трагедии. Следует помнить, на ничтожных клочках земли воздвигнуты небоскребы, и проблема пожаров в современном мире превратилась в сложнейшую проблему человеческих взаимоотношений. Пожарная охрана вооружена сейчас современной техникой. В ее рядах много образованных, знающих свое дело офицеров и храбрых бойцов огненного фронта. Майор, пожар в складском помещении. Здание 30 на 100 метров. Кирпичное, пятиэтажное, с подвалом. Горит в подвале на 300 квадратных метров. Огонь распространяется в этажи.
Все помещения сильно задымлены. В зоне пожара обнаружены газовые баллоны. На первом этаже люди. Силами двух звеньев ГДЗС проводится спасание людей, тушение пожара. Введено три водяных ствола. На месте находятся три пожарных машины с боевыми расчетами. Начальник пожарной части капитан Злобнов. Как видите, борьба с огнем – дело далеко не простое. Научно-техническая революция и рост городов ставят перед пожарной охраной такие задачи, которые подчас приходится решать весьма дорогой ценой. Не случайно, по международному признанию, профессия пожарного считается самой опасной профессией мирного времени. Но вы ошибетесь, если посчитаете главной задачей нашего фильма воспевание подвига пожарных. Их труд благороден, и народ воздает им должное. Но цель нашего фильма несколько шире. Да и само заглавие картины скорее аллегория. Укрощать огонь должны не только пожарные. Люди, появившись на свет, получают в наследство от ушедших поколений несметные богатства – природные, материальные, духовные. Мы же ведем речь об ответственности поколений за эти сокровища. Человек в своем развитии одолел много бедствий. В его власти одолеть и пожары. Мы будем считать нашу цель достигнутой, если каждый из вас поймет – пожары паразитируют на невежестве. И в нашей власти сделать огонь закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим.